Были пазики, стали камазики. Давайте посмотрим на ту новинку выставки Комтранс 2020, которая наверняка пойдет в большинство российских регионов. Меня зовут Дмитрий Рогачев, всем привет, ставьте лайки, пишите комментарии, а я пошел в автобус. Наверняка на улицах своего города и региона вы могли видеть вот такие пазики. Они сейчас очень часто появляются практически везде, на самых разных маршрутах в нашей стране. И на городских, и на пригородных, и в принципе, куда купили, там и поехали. А это уже новинка от КамАЗа. Называется Вега. И почему-то очень похоже. КамАЗ успешно продолжает шествие по самым разным регионам России и по самым разным категориям подвижного состава, так что теперь они выходят на ту часть России, где огромное количество самых разных чиновников обновляет подвижной состав просто ради факта обновления, а не для создания более комфортных условий для человека. Есть 4 ступенечки, откидная вряд ли когда-то будет на самом деле, хотя она даже на выставочном экземпляре шатается, еще 3 наверх, и спереди видим сиденье спиной вперед, чтобы пассажирам не нужно было пристегиваться, потому что у некоторых в Москве, например, тоже бывает проблема, что на переднем сиденье нужно пристегиваться, но некоторые не хотят. Здесь же огромное свободное место. Спорим, здесь точно будет какая-нибудь мусорка и место хранения водителям маршрутки своих вещей. Есть место водителя. Дверь прошла тест. Закрылась не с первого раза, а со второго. Значит, все отлично. А внутри по салону мы с вами видим чистого родственника пазика. Обещается 19 сидячих мест, 2 откидных, а общая вместимость 65. Все, как мы видели, в подобных пазиках есть даже место, которое аккуратненько засунуто сзади, просто потому что вот там сбоку в уголочке есть пустая дырка. Значит, плюс одно сиденье. Я не могу сказать, что это очень плохо, но мне кажется, что сейчас уже во всех регионах России люди доходят до того, что нужно заниматься чем-то более подходящим. А до задней площадки, где эти две откидушки, не каждый дойдет, потому что двери сзади обычно открываются только на выход, потому что водитель чаще всего сам обелечивает всех пассажиров, а валидаторы на поручнях — это слишком элитно для большинства регионов. Но тут же есть замена и мазиком, который сейчас почти везде. Здесь на выставке представлен автобус КамАЗ 4290. Он в бело-синей ливрее с черными окнами и всем, что вокруг него. Спереди мы с вами видим волну, которая сейчас является такой характерной чертой КамАЗа. Но обычно пассажир замечает ее сбоку, над колесами. Однако здесь мы с вами видим новый дизайн с таким нестандартным футуристичным оформлением. Но не беспокойтесь, это всего лишь обычная наклейка. Если ее снять, вы не увидите никакой разницы с другими современными автобусами КамАЗ, которые сейчас ходят в Москве и вообще в большом количестве регионов России. Спереди одностворчатая дверь. Мы заходим в салон, видим здесь кабину. Я даже не знаю, есть ли здесь какие-то отличия для тех водителей, которые работали с другими моделями КамАЗов. А внутри салон точно такой же, как мы видим обычно в МАЗах по городам России. В передней части автобуса 8 сидений, 4 наверху, спиной вперед. Еще 2 тоже спиной вперед с одной стороны и 2 лицом вперед с другой стороны. Если помните, когда-то на подобных МАЗах были все сиденья только на подиуме, что было неудобно, потом стали менять и стало 2 низких. Тут 4. Посередине накопительная площадка напротив двухстворчатых дверей, а задняя часть классическая, поднимающаяся. Здесь ряды сидений 2 плюс 2 и сзади 5 сидений. Я думаю, что если подобный автобус пойдет на какой-нибудь маршрут в Москве, никто не увидит никакой разницы. Остается только повесить электронные табло, которые обычно в Москве висят на потолке, и автобус готов к эксплуатации в столице. Я думаю, что для столичных маршрутов он и подойдет, и в первую очередь его возьмут частники на те маршруты, где очень большой подвижной состав просто не нужен. Таким образом, получается, что КамАЗ предлагает импортозаместить белорусский МАЗ. Еще, конечно, можно вспомнить, что и у ПАЗа были аналогичные модели, но они не стали очень массовыми, и сейчас их мало где встретишь. Ну а так, мне кажется, это очень даже неплохо. До новых встреч, пока!